Друзья, всем привет, с вами Александр Иванчин, это осенний Санкт-Петербург, я здесь просто двигались за покупками, я заехал, чтобы записать это видео. Дело в том, что Влад Цопин скинул сообщение в Skype, что вроде как активность спала. Так, друзья, это нормально, у нас всегда циклическим образом строится, скажем так, строится наша работа, активность, потому что мы как есть, мы остаемся, то есть и люди, которые, скажем так, которые сотрудничают с нами, я имею в виду там наши системы и так далее, которые основаны на продвижении продуктов как Живётак и любых других продуктов, неважно. Главное ведь отличительная особенность, отличительная черта наших систем в чем? Что они работают и, скажем так, неограниченное количество времени. Конечно, иногда больше, иногда меньше людей к нам подключается. Когда мы наблюдаем спады именно у нас, тогда что? Тогда мы наблюдаем всплеск активности, допустим, в других сферах. Какие-то, например, какие-то пирамиды и хайпы там запускаются новые. Естественно, люди туда ринулись, интересно, можно там пассивно, ничего не делая, что-то заработать. Потом хайп и пирамиды рухнули, люди возвращаются к нам. Это нормально, а вот убеждаются, что здесь-то постоянно, здесь все работает, классно. Либо какой-то очередной гуру в кавычках запускает новый курс. Я вас научу заработать в интернете быстро, заработать на автомате и так далее, и так далее, и так далее. Люди к нему пошли, тратят свое время, как правило, на что? Тратят там деньги, берут в кредит, много там, ну это как правило там баксов 500 это стоит обучение. Что они выносят с этого обучения? То, что им нужно создать систему, которая им позволит, скажем так, позволит отличаться от других людей, которые продвигают там продукты той или иной компании, в которой они работают, продукты, которые они продвигают, и, скажем так, выполнять пошагово те действия, которые мы говорим внутри наших систем выполнять. Отличие в чем заключается? В том, что здесь вы уже у нас пользуетесь готовой системой, и все пошаговые действия уже даны вам для того, чтобы их выполнять. Вас могут научить, ну, не учат тому, какие пошаговые действия выполнить для того, чтобы ее создать. Вам просто говорят, надо создать, необходимо создать и необходимо выполнять там раз, два, три для продвижения. То есть, окончив данный курс, вы понимаете, что вы потратили $500, вы понимаете, что необходимо создать систему. Потом люди вспоминают какие-то, что ага, оказывается, у нас уже была готовая система в руках. Мы почему-то просто время потратили на данный курс, на изучение данного курса там очередного. Потом что еще люди понимают? Что ага, нужно это выполнять, опять же, пошагово, да. Также вспоминают они, что оказывается, это те же самые действия, которые им говорили выполнять в одной из наших бесплатных систем. И наступает озарение, что либо они потратили время зря и потратили деньги зря. Вследствие этого озарения, что они возвращаются к своей повседневной деятельности, либо они понимают, что все, что им нужно для успеха, у них уже было в руках, и они, скажем так, сильнее начинают ценить то, что у них было в руках, и продолжают, возвращаются к активной деятельности, к активному продвижению внутри наших систем. Неважно, какую вы возьмете, она содержит в себе как систему эффективную для продвижения, так и набор пошаговых техник и, естественно, высококачественные продукты. Потому что если людям с нуля начинать, да, они изучили, что нужна система, они думают, какие продукты выбрать, там, чтобы были доступны и так далее. То есть много-много времени могут потратить никуда. И выходит так, что Они к вам вернутся в любом случае. Если какие-то люди переключили свой вектор внимания с вас на что-то новое, да, это нормально, они к вам вернутся и увидят, ага, а вы-то действуете постоянно, и значит тогда, ну, смирятся с тем, что потратили время, деньги, и продолжат заниматься тем, чем занимались там с вами. Просто месяц, полтора, два они выкинули из своей жизни. А что нужно делать для того, чтобы они с наибольшей вероятностью вернулись? Да просто, друзья, продолжать заниматься тем, чем вы занимались до сегодняшнего дня, только и всего. И нужно понять, что всегда были периоды спадов, всегда были периоды ростов. Вы скажете, что ну тебе-то легко,
говорить, рассуждать, потому что у тебя есть результат, но у меня не всегда он был, друзья. И, ну, я с вами делюсь тем, что, скажем так, то есть что я наблюдаю в последние годы, вне зависимости от того, какое количество денег я зарабатываю в месяц, 100 долларов, 100 тысяч долларов, неважно, то есть происходит одно и то же, и люди, которые, ну, скажем так, еще меня не знают, они также возвращаются, смотрят, ага, Иванчин там, он продвигается, он занимается тем же самым, ну, значит, тогда есть смысл задать ему вопросы, там, что ты делаешь и так далее. Понимаете, друзья, даже самые именитые, самые продвинутые, казалось бы, стабильные бренды, но которые, скажем так, которые бредовую идею толкали на рынок и продвигали ее, рано или поздно начинают, ну, у них наступает такой момент, когда они просто, у них кончаются деньги, которые они могут выплачивать своим партнерам, и они перестают платить. Люди же не дураки, то есть, чтобы полгода за идею работать, не получая деньги, хотя они понимают, что есть продажи, есть новые партнеры, но нет комиссионных, поэтому они ищут что-то новое. И приходят к нам, потому что мы зарекомендовали себя, говоря мы, я имею в виду себя лично, там, и многих партнеров, которые, там, с которыми мы знакомы уже не по одному году. Да, то, что у нас всегда, то, что мы предлагаем, то, что мы продвигаем, это всегда стабильность, это всегда стабильные выплаты, гарантированные выплаты, ну, в том случае, если вы совершаете работу, в том случае, если вы совершаете действия, потому что оплачиваются постоянно и стабильно только совершаемые действия, результативные действия. И мы, как люди, заинтересованы в том, чтобы у наших партнеров и новых, и, скажем так, с теми, с которыми мы уже давно работаем, был результат. Мы постоянно внедряем новые фишки, даем новые знания. Поэтому, друзья, берегите себя, принимайте правильное решение, единственное, скажем так, подходящее для вас. И рад видеть вас в своей команде, рад видеть вас в команде любого из наших партнеров. Спасибо, увидимся на вебинарах. С вами был Александр Иванчин.